Сегодня в Краснодаре открылся форум «Единая Россия. Городская среда». На форуме Чувашева представляют депутат Госдумы Николай Малов и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Практика города Чебоксара представлена на дискуссионной площадке «Комфортный двор». Модератором стал в том числе и глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков. Участники форума обсудили современные подходы вовлечения жителей в благоустройство дворов и возможности комплексного благоустройства жилых районов. Также изучили лучшие практики улучшения городской среды. Напомним, проект «Городская среда» стартовал в России в 2017 году. 1600 муниципалитетов страны получили федеральную поддержку для комплексного благоустройства дворов и общественных пространств. Особенность проекта заключается в том, что жители сами инициируют в нем участие. Так, в Чебоксарах в этом году в программу вошли 25 дворовых территорий и 3 общественных пространства. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать стратегию развития городов России.